Ефір сьомого продовжує Live Studio. Для вас працює Анна Полякова. І протягом наступних півгодини будемо спілкуватися з нашим гостем. Сьогодні це Олександр Горонюк, народний депутат України. Олександр, вітаю вас. Добрий вечір. Отож, наскільки мені відомо, цей тиждень присвячений роботі на округах. Тобто, трошки змінився фокус, власне, спілкувалася з людьми і навіть встигли встановити свій особистий рекорд. 10 годин спілкувалися безперервно. Я розумію, так, це була така відповідь Володимиру Зеленському, що його депутати партії «Слуга народу» також можуть працювати нон-стоп. А, власне, які проекти розробляєте вже на округах, на місцях, які пріоритетні є зараз? Ну, это было не там никакая не конкуренция, и это была поддержка Владимира Зеленского, президенту. Это значит, что он на нас может рассчитывать. Это челлендж у вас был. Не. Ну, можно это назвать. Он точно может знать, что на нас можно рассчитывать, на меня конкретно можно рассчитывать, на Своровском районе. Да, мы берем с него пример, мы проводим марафон. Мы 10 часов во вторник подряд принимали обращения граждан. После этого мы вечером еще поехали в детский клуб. И по нашей информации, и по информации людей, которые пришли в приемную, есть все предпосылки, что этот клуб пытается отжать. Мы пришли и гарантировали, что ничего подобного не произойдет, что мы обещаем разобраться в ситуации, предоставить родителям полный отчет. Потому что самое важное – это юридические нюансы. Вот. Бывает обычно вопрос запятую решает вообще судьбу детского садика, помещения, детской группы. Вот. И мы как раз, ну, у нас команда юристов есть, которая как раз анализирует всю ситуацию и объясняет простыми словами родителям и преподавателям, что происходит. А чи можете ви окремити тезно, які головні проблеми, з якими до вас звертаються, та над чим ви саме працюєте цього тижня, власне? Давайте розділимо на дві групи. Первое – проблемы индивидуальные, по которым приходят жители, о чем они чаще всего обращаются. И второе – это стратегические, которые мы делаем для округа. Давайте зі стратегічних. Давайте. Первое – большой проект, которым мы занимаемся, это реформа общественного транспорта. Мы хотим сделать так, чтобы жители крупных городов, в первую очередь Одессы, ездили по городу не на маршрутках, а на больших нормальных емких автобусах, как в Европе, с кондиционерами, с электронным билетом, с нормальным водителем, который занят только управлением транспортным средством, а не там покушать, ответить, передать, взять деньги, дать сдачу, переключить песню, покурить и кофе выпить. У нас вот такие обязанности пока положены водителей. Ну вот, и продолжая с нормальными емкими салонами, чистыми салонами. Вот мы такую реформу готовим. И мы сейчас, ведь два основных направления на Своровском районе, мы сейчас сделаем такой вот, ну, в общем, проект с выделенной полосой движения общественного транспорта на всей вот, длине Своровского района от Пересопского моста до СМН Полия. Мы вчера проводили выездное экспертное совещание, чтобы с полицией, с департаментом транспорта, с КП, с МЭП, для того, чтобы появилась отдельная полоса для движения автобусов. Фактично, це можливо втілити вже зараз? Да, конечно, можно, да. Но важно успеть быстро, у нас очень мало времени сейчас. Потому что если температура будет ниже плюс 5, разметку наносить будет близко к невозможному. Угу. Да. Можно, конечно, переоснащать КП с МЭП, но это еще дороже, естественно. Поэтому нам желательно что-то успеть быстро. Йдеться не про розширення дороги, а саме виокремлення смуги для транспорту на тому покритті, що вже є. Да, полоса, знаки. Знаки можуть работать, и вообще-то полоса может работать в часы пик, например, для того, чтобы сбалансировать, ну, правда. Это все. И, собственно, это ускорит движение пассажиров. Вот предмет, почему мы это обсуждаем? Спор в чем? Нам говорят, что очень сильно боятся, что будет транспортный коллапс. Но никто не может этого доказать. Ну, він вже є у тому районі, да, мы не будемо лукавити. Если не будем ничего переделывать, менять, так это дальше будет продолжаться. Никуда мы не придем. А север-юг мы будем там, ну, еще долго там все будем строить. Ну, про север-юг там отдельно. Щодо самого транспорту, дорога це зрозуміла. Щодо самого транспорту, ми зараз бачимо ці жовті Богдани, да. Вони курсують містом і поки що нікуди не зникають. Это самое главное. Наша реформа предусматривает мотивацию предпринимателей для того, чтобы они переходили от Богданчиков на нормальные автобусы. Угу. То есть речь конкретно о том, что сейчас в ноябре мы хотим запустить на Своровском районе 10 больших новых автобусов. Ці автобуси за кошти чого будуть куплятися? Це частний бізнес. Це частний бізнес. Зачем нагружати місцевий бюджет? Місцевий бюджет пускай тратить гроші на соціальні сфери, наприклад, на образування.
А бізнес пускай займається перевозками, перевозить людей. Наскільки мені відомо, розглядаєте декілька маршрутів, так, які можуть стати пріоритетними. І на фоні цього я хочу одразу задати питання нашим телеглядачам. Можливо, хтось з них користується саме цим маршрутом. Отож, яким з цих автобусних маршрутів користуєтеся частіше? Під номером 250 або ж 242. І ви розкажіть, чому саме їх обрали як пріоритетні? Это маршруты, которые мы взяли самых 10 самых основных, на самом деле, маршрутов, которые едут по Суворовскому району. На самом деле, тут мы предоставили только два, но если зайти в нашу страницу на Фейсбуке, можно принять участие в голосовании и проголосовать за расширенный список и выбрать один из 10 маршрутов. Это просто самые значимые, как нам кажется, и они достаточно не похожи друг на друга по, ну, по географии. Угу, тобто 250-й – це Жоліо-Кюрі вулиця до Преображенської, він курсує. А 242-й – Паустовського лікарня водників. Так, угу. Тобто ці напрями, вони зараз, на вашу думку, є пріоритетними в цьому районі? Так, да, саме популярні. Угу. А чи є якісь вже пропозиції від бізнесу, чи виходять вони на зв'язок? Ну да, к нам обратился официально, сделали обращение компания Сівертранс. Да, написали письмо. Они, знаете, я постоянно говорю о реформе общественного транспорта еще во время выборов, до того, как получил новую работу. Да. Я говорил о реформе общественного транспорта постоянно. Они к нам обратились, сказали, что готовы сотрудничать. Я готов сотрудничать с любым социально ответственным бизнесом, если это в интересах граждан. Найближчим часом, на вашу думку, вдасться втілити цей проект? Чи з'являться ці автобуси? Я рассчитываю, что новые 10 автобусов, это МАНы, по-моему, насколько я знаю, станут на маршруты Суворовского района в ноябре, угу. До конца года. А, тобто вже через місяць плюс-мінус, да, ми можемо місяць. Їх побачити на вулицях. Да. А наскільки докорінно вони, навіть ця кількість, може змінити трафік у цьому напряму, на вашу думку? Не змінить, звісно, существенно вообще всю транспортну політику Суворовського району. Но 10 автобусів, які один, кожен із них, уже в два рази більше, ніж звичайний Богданчик. Плюс беремо комфорт. Да, угу. То есть нельзя сравнить то, как ездить в Богданчике и как ездить в нормальном автобусе. Мы будем работать над тем, чтобы их стало больше, чтобы другие перевозчики тоже ставили новые маршруты, новые автобусы. Мы рассчитываем, что там, в течение, там, следующим нашим шагом, что этот список из 10 увеличиться до списка з 30 маршрутів, які будуть проходити, в тому числі по Суворовському. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що в нас відкриті лінії для телефонування. Ви можете дзвонити, ставити свої питання, ділитися думками. Ну і вже є декілька питань у нас на сторінці Facebook. Власне, до вас цитую. Григорій Козьма написав: на совещании в Одесском порту президент України настоятельно рекомендовал обеспечить бесплатный проезд в Одесский порт. Проезд в порт обеспечивается в пределах вашего округа. Ну и вопрос, будут ли на вашем округе выполнены рекомендации президента? Вопрос задает редакция журнала «Громадское следство». Мы занимаемся вопросом большегрузного транспорта в округе. Он номер один или, ну, наверное, делит первое, второе, третье место с самыми главными проблемами Суворовского района. Прямо сейчас у нас нет конкретного решения, как это сделать. Ну, наш комитет готовит отдельный законопроект, который предусматривает, что строительство припортовой инфраструктуры, в том числе дорог, которые ведут в порт, будет реализовано за счет портовой администрации. Это важно, потому что порт зарабатывает себе деньги, и это ему нужно, чтобы грузовики к нему приезжали. А город от этого достаточно сильно потерпает. И городу нужно потом решать конфликты с жителями, и городу нужно увеличивать там, штат полиции потом, для того, чтобы полиция успевала и на вызовы приезжать, и на... Чи можна в такому випадку казати про певну конфронтацію, адже відомо, що місто відмовилось, власне, відкривати цей шлях альтернативний? Я не слышал по оппозиции то, что сейчас город отказался. В любом случае, ну как, не может быть такой позиции. Не, ну, у нас сейчас есть проблемы. Замкнутый круг. Есть дороги, там Кривая Балка, Балтская дорога, где, по которым едут фуры. Фуры едут по этим улицам, другого альтернативного пути по большому счету нету, но там живут люди. Там от некоторых участков дорог до ворот жилого дома частного 3 метра. Это очень мало. Я бачила на вашій сторінці Facebook саме стосовно цього питання, от чимало дискусії, люди питаються, коли що зміниться. Тобто воно є таким болючим, і наскільки я розумію, у вас був прийом громадян, вони також підіймали це питання. Так, да, був. На самом деле, на личном приеме это не самый популярный вопрос, но это не имеет значения, все равно мы хотим его решить.
мы не можем прямо сейчас построить новую дорогу. Но что мы можем сделать? Первое – это защитить от перегруза. Для этого уже принят соответствующий законопроект о автоматическом взвешивании фур и вот эти рамки. Мы знаем, що в Києві їх встановили, як пілотні. Так, я на слідчій неділі зустрічаюсь з міністром інфраструктури і транспорту. І говорю о том, как раз, щоб следующим проектом, следующим городом, де будуть вводитися ці рамки, була Одеса. Угу. Це принципіально нужно. Я відстаюю позицію города в переговорах з міністерством. Второе, що дуже важливо, це дорожня безпечність на цих участках. Как минимум, что мы можем сделать, это там обеспечить пешеходные переходы, светофоры, отбойники для того, чтобы защитить жилые участки, тротуары, еще какие-то части от, скажем так, рисков. Була така думка, люди казали, що навіть якщо поставити там певні знаки, але водії все одно будуть їздити, якщо там не буде, наприклад, поліції, яка буде зупиняти, штрафувати і, власне, посилати куди подалі, так, а не їхати далі, тому що будуть виписувати штрафи і їхати далі по цій ж дорозі, власне. Так, да, може і так бути. Наша задача просто захистити інтереси всіх, і жителів, і підприємців, і порта, і муніципалітету, щоб всім було комфортно. Мы сейчас в процессе поиска оптимального решения. Если у вас есть какие-то предложения, как вы это видите, конкретную организацию движения, когда, кто, через какие участки может проехать, как может выглядеть новая дорога, как она может быть связана с городом и с трассами, пишите нам, пожалуйста, в Facebook, говорите нам об этом, давайте обсуждать это вместе. В той же час, якщо буде супротив міста, знову ж таки, про який я зазначила трошки вище, як його обійти, чи, власне, плануєте вести якийсь діалог з місцевою владою? Состоянием на сегодня, диалог у нас пока, откровенно, неполноценный. Откровенно, мы не находимся в теплых отношениях, да, мы это четко понимаем. Мы понимаем, что отчасти это где-то был политический жест с высказыванием мэра. И мне стало все понятно, как будут развиваться наши отношения, когда мэрия должна была выделить в соответствии с законом нам приемную. Сначала нам выделила помещение в администрации Суворовского района, которым разрешила нам попользоваться там пару часов во вторник и пару часов в пятницу. Условно, я наизусть не помню по этому графику. Это не дали, даже не помещение, не власне, дали щодо приймальні актуально, тому що прийшло повідомлення нам на Viber, питаються, подскажите, пожалуйста, по какому адресу находится приемная, с уважением, руководитель ПО «Союз». Заболотного 39, приемная работает каждый день с 9 до 6. А прийом граждан осуществляється з 9 до 2. Кожен будній день. Тобто, повертаючись до свого питання, з місцевою владою у вас не надто теплі стосунки зараз, і діалогу як такого взагалі немає? Так. Да. Тому що ми бачили кілька тижнів тому ці перемовини пана Труханова зі слугами, так? Чи можете прокоментувати цю ситуацію? Переговорів не було. Умовні перемовини, коли були закиди щодо певних, власне, особистостей, постатей Володимира Зеленського, в тому числі, коли його порівняли з хлопчиком у публічному будинку. Ну, звісно, це не серйозно, так як мінімум не дипломатично, не професіонально. А каком сотрудничестве може йти річ, і з незначальним ви займаєте таку позицію? Да, я понимаю, что мы в Одессе, но дипломатию никто не отменял. Можно нормально общаться, есть нормальная коммуникация. И если мы говорим о дипломатических жестах, то мы, может быть, как-то достанем это видео с приемной, которое нам мэрия предложила. Простите меня, это конюшня. Это помещение с сеном, которое находится достаточно высоко, там, на уровне пояса. Там нет ступенек, там есть какая-то стремянка. Вот. И как я в соответствии с законом должен проводить прием граждан там? Там нет мебели, хотя в законе четко указано, что помещение должно быть укомплектовано и меблировано. Угу. О чем мы можем говорить, если такая позиция? А чи плануєте, тим не менш, певні перемовини з місцевою владою на тлі ось цих ситуацій? Так? Мы работаем по отдельным направлениям. Завтра мы встречаемся с Козловским, это руководитель управления городского хозяйства, по вопросам лифтов. С ним у нас вроде бы как пока адекватный диалог. Мы завтра полноценно познакомимся, пройдемся по списку адресов, где, когда, в какие сроки будут установлены лифты. Вот, и поговорим. Мы, жители, в том числе, пригласили сегодня и приглашаем завтра. У кого на Суворовском районе есть проблемы с лифтами, приходите, высказывайте свою позицию завтра в нашей приемной на Заболотного 39 в 12:30.
Тобто всі питання зможуть задати. Звісно. Давайте повертаючись до більш масштабного аспекту щодо інфраструктури. Ми знаємо, що підтримав і підписав Володимир Зеленський проєкт про концесії. Там йдеться і про пілотні проєкти, це порти. Так? Чи можемо розраховувати, що за рахунок цього і до Одеси дійде це питання, якщо ми говоримо про об'їзну дорогу, саме з приводу цього ми її можемо побачити, так? За рахунок фінансування іноземних інвесторів, можливо, навіть? Є. Это пока... Это хорошая идея. Давайте начну просто с реального примера концессии, который может состояться в Одесской области. Это пример концессионного моста, который соединяет Овидиополь и Белгород-Днестровский. Mm-hmm. То есть, когда мы сегодня едем в Белгород-Днестровский, мы едем через затоку Каролина-Бутгаз, через мост, который минимум два раза в день поднимается. Вот. Естественно, все тратят огромное количество времени. Есть идея создать проект, создать этот мост на 3,5 километра. Он бы, не пришлось людям объезжать 40 километров. При этом была бы всегда опция, и это подходит под условия концессии. То есть если у вас есть условно в концессии трасса, частная трасса, то должна быть всегда обязательно бесплатная альтернатива. При этом у нас сохраняется бесплатная альтернатива возле моря, дорога через затоку, Каролина-Бугас. Но если вы экономите там свое время и готовы заплатить, вы можете там поехать. То это такой собі аналог автобану, за який ті, хто будуть бажати, можуть заплатити певні кошти і проїхати. Да, нам же, я не знаю, там буде ли стоїмість, яка вона буде, но сам факт того, що нам нужно привлекать инвесторов для того, чтобы строить такие проекты. Оно пройдет много быстрее, и мы как государство сейчас готовы давать гарантии о том, что можно не бояться вкладывать деньги в нашу страну и в наш регион. Это реальный проект, который может достаточно скоро состояться. Он очень нужен вообще в целом региону, потому что у нас Бессарабия связана сейчас только одним мостом, вот этим вот затока Каролина-Бугас, и граница через Молдавию, и у нас мало соединений, нам нужно увеличить связь с Бессарабией. Є в нас телефонний дзвінок, питання, мабуть. Добрий вечір, слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Извините, я хочу вернуться к первому пункту. Режисер, дайте нам, будь ласка, звук у студії, ми не чуємо питання. Телеглядача перетелефонувати, щось із зв'язком, мабуть, не почули поки що питання. Ні, я не слышу. Давайте ще до такого аспекту. Я знаю, що, як я зазначила, ви на цьому тижні працювали на окрузі, але все ж таки є інформаційне поле. І в ньому стало відомо про певний скандал на фоні номеру 95-го кварталу, так, де Євген Кошовий разом з хором «Вірьовки» заспівали пісню пародію «Горіла хата». Йшлося, була головною героїнею, власне, Валерія Гонтарева. Знаємо, що офіційні обличчя почали коментувати цю ситуацію. Як ви цей момент оцінюєте? Чи варто їм було, власне, до цього приходити? Якщо чесно, хочу бути чесно, я не хочу просто це коментувати. У мене є робота в округі, на якій сфокусувався. Если я буду заниматься и комментировать каждое мероприятие, которое происходит, ну как мне тогда это комментировать своим избирателям? Как мне, я могу там рассказать что о проблеме лифтов, которые приходят, о том, как проходят приемы, о том, что это на самом деле очень непростая работа, потому что приходят люди, плачут. Приходят бабушки после инсульта, которые боятся всех, и в том числе боятся даже нас, они не могут что-то сказать, они никому не доверяют, потому что они там пытаются, например, зубы вылечить 12 лет, и она после инсульта и не может достаточно хорошо говорить. Мы ее не совсем точно понимаем. И там много таких случаев, когда люди приходят и говорят просто, мы там, через 45 дней мне поставили діагноз, я умру, мені срочно нужна какая-то помощь. Виходячи з цього, я роблю висновок, що ви не підтримуєте той факт, що політики кинулися, власне, коментувати це, і замість того, аби працювати, вони і у скандали, власне, пішли, і в такі не зовсім зрозумілі, власне, это коментарі. В цілому, так. Да. Це діло лично кожного. Моє діло, я сфокусувався, от у мене такий підхід. Я мог бы тратить время на изучение этих обстоятельств, на просмотр видеороликов с этим хором, на изучение всех комментариев, чтобы как-то правильно дать оценку, да? Але це не є повноваженнями депутатів. Так, дійсно, погоджуюся з вами. Є в нас все ж таки дзвінок, підказують режисери, це Олександр. Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. Ще раз добрий вечір. Извините, що-то дзвінок сорвався. Ребята, повторюсь.
Я водитель, бывший водитель почти 40-летним стажем. Я еще в 81-м году работал на больших грузах. И основную часть жизни прожил на Котовского. Поэтому эту дорогу я знаю. Первое, это уже была полоса. Было для транспорта общественного. Поэтому все повторяется. Главная проблема – это вот эти большие грузы, которые сейчас едут портами, выгружают зерно. Их никуда не денешь. Вот эту проблему надо решать. И еще, во времена Януковича, вот там лет 7 назад, запускали большегрузные автобусы с Котовского. И видите, они не прижились, экономически нецелесообразно. Богданы, они очень мало потребляют солярки, дистоплива. И они удобные. И может один поехать по Приморской, другой там по Старопортофранковской. И они там разные маршруты. И нам, как пассажирам, это выгодно. Но по центральным я согласен. Вот автобусов 10 надо запустить. Хотя всего, говорят, их порядка 200 этих. И опять же, вы запустите большие грузы. Пассажиров больше же не будет. А вместо 40-50 пассажиров Богдана, этот большой возьмет там 100 пассажиров. А куда водителей девать, сократите? Это же безработица добавляется. И еще одно. Очень не спешите переходить с налички на безналичный расчет. Наши люди к этому пока не привыкли. Понимаете, это начнется уже нюансы. Люди придут, попытаются заплатить там эти деньги. 7 гривен возьмет, миганет и все снимет. Поэтому это тоже нюанс. Я вам чисто так советую, как товарищ старший. Понимаете, будьте осторожны с изменениями коренными. Пусть будут Богданы, но запустите для начала 10 автобусов, а потом посмотрим через год. І не спешите отменять наличку. Дякуємо, Олександре, за такі поради. Не знаю, наскільки вони доцільні. Наскільки я знаю, що ці Богдани переповнені вщент. Просто. Олександр, да, спасибо за коментарі. Ну, во-первых, по поводу опасений. Мы четко анализируем сейчас маршрут, мы разрабатываем схему, и эта схема будет учитывать движение большегрузных фур. Да, в первую очередь, я понимаю, что это корень проблемы, там ее нужно решать. И мы предоставим такое решение, в котором отстой большегрузов будет недопустим в первых рядах, например, там на смену Полья или еще, в общем, на площади Суворовского района. Второе, по богданчикам. Если Александр сказал, богданчик возят 40 человек. Знаете, какая максимальная вместительность богданчиков? Там, по-моему, сидячих 18 мест и стоячих там еще, в общем, до 25, до 24, где-то в таком количестве. Я наизусть не помню сейчас. Вот. А он говорит, будут ездить 100. Правильно так? Вместительность емкого автобуса 12-метрового может быть до 100 человек. Так мы сразу будем перевозить большое количество пассажиров. И если мы говорим, где мы возьмем пассажиров, приглашаю Александра на конечную маршруток. Там выставка происходит, что сейчас с маршрутками ежедневно, каждый день. Там черга, так? Да, конечно, там очереди. Да, и посмотрите, просто, одно дело, когда люди ездят на машинах, наверное, или на фурами управляют, они не касаются этих проблем. А другое дело отстоять очередь 40 минут. Так, мабуть, дійсно. Ми до дзвінка спілкувалися і казали про довіру до депутатів. Саме щодо довіри, цього тижня також була певна подія, пов'язана з проходженням детектора Давіда Арахамі. Це відбулося сьогодні. Та Олександра Дубінського і деяких інших депутатів з комітету, яких запідозрили в отриманні хабаря за те, що вони не голосували відповідний законопроєкт. Як розцінюєте цю ситуацію особисто для себе? Чи готові були пройти детектор, тому що знаємо, що ваш колега з Одеси, депутат Леонов, він таки пройшов цей детектор. Ну, там же вопрос був з комітетом фінансів. Так. Да, в первую очередь, именно вопрос, там что-то с комитетом случилось, я даже не успел с этим разобраться, но опять-таки, потому что у нас плотно... Значит, ты не проголосовала за відповідний законопроект, який міг би позбавити певних корупційних ризиків? Да, я могу ответить просто за себя. Я считаю, что каждый должен отвечать за себя, и если с меня спрашивают, я отвечаю. Я являюсь членом комитета по транспорту и инфраструктуре. У нас законы хорошие, у нас проходит полноценное заседание комитета, заседание подкомитета. Законы по дорогам и по нашему направлению принимаются практически большинством, а некоторые из них принимались в первом чтении за основу, в целом, то есть они сразу становились законами. Это очень важно и показательно, что мы работаем так, что вне зависимости от фракции, от политической партии, законопроекты нашего комитета поддерживают часто больше 300 голосов. Это, наверное, объективный показатель эффективности.
От в цілому і все. Я просто... Незалежно від комітету, ситуації можуть бути різними. І, власне, політологи казали про те, що, ну, власне, це не є поганим. Те, що не всі одноголосно підтримують, це говорить про те, що є думка. Тому що, давайте не будемо лукавити, у суспільстві подекуди закидають зелені кнопки. Так, образливо, мабуть, це чути, але тим не менше є така фраза, що голосують за те, що скажуть. А тут ми побачили ситуацію, коли, власне, не підтримала одностайно, була якась своя певна думка, і одразу ж підозрили в якихось хабарах, так? Йшлося про 30 тисяч, хтось казав, 25 до них доходило. Mm-hmm. Тим не менш, поки що підтвердження цього ми не маємо. Не побачили навіть після проходження детектору, так? І було обґрунтування, власне, від Арахамії, чому він заважав за потрібне проходити і, власне, встановлювати таку рекомендацію. Давайте послухаємо зараз. Давайте. Мне кажется, мы сегодня на самом деле сделали очень большое дело для страны, потому что, вот я даже по комментариям видел, ну никогда не было подобного прецедента в стране еще, когда вот так в открытую обществу демонстрировалась возможность проверить, народными депутатами самими, собственно говоря, вот это вот принцип открытости и транспарентности, который вот мы исповедовали во время предвыборной кампании, мы показываем на делах. Некоторые люди к этому относятся скептически, говорят, вы из этого сделали шоу. Ребята, да хоть 10 шоу мы будем делать для того, чтобы показать, скрывать нечего, мы работаем по-новому. На самом деле, вот Александр не даст соврать, постоянно в кулуарах бегают досвидченные депутаты, как они кажут, и все время нас поучают. Причем обычно их поучательство, они чему касаются? Да вы вот тут не спешите, вот тут вы свои права не режьте, а вы тут подождите, а вот оно может повернуться против вас. То есть всегда нас пытаются вовлечь в какое-то бетонирование старых правил игры. Ось такі спокусники старої влади, старої формації. Не хочу нікого образити, тим не менш. Чи підходили до вас з такими рекомендаціями? Ні. Не поспішати, поберегти свою депутатську недоторканність? Нет, ко мне даже не подходили. У меня, в принципе, такая репутация. Люди знают, что ко мне можно даже под таким вопросом не подходить. Угу. Але певний тиск якийсь відчували на собі? Нет, давление. Ми з вами спілкувалися в попередньому інтерв'ю, було велике інтерв'ю, де ви казали, що все ж таки з оглядом на ваш вік та певну відсутність політичного досвіду, так? Все ж таки політики десь намагаються штовхнути, щось сказати таке образливе. Чи є продовження цього? Давайте вернем, я уже недавно тоже это комментировал по поводу давления. Я его говорил в аспекте того, что я приезжаю на велосипеде, и есть парадигма такая, знаете, какой-то стереотип, что если вы приехали на велосипеде, а кто-то рядом приехал на черном затонированном рейндж-ровере, он считается по умолчанию, ну не знаю, статусней, там еще круче, серьезней. Вот, я хотел с этой парадигмой работать, и, конечно, есть давление такое, мы подсознательно его ощущаем, когда вы приезжаете на велосипеде, в принципе, на нормальном транспорте, на котором ездит премьер-министр Британии. До этого Борис Джонсон был мэром Лондона. Вот. Это нормально, правда, серьезная должность, серьезный уровень. И вы приезжаете на встречу в Киеве или в Одессе или в Украине на велосипеде, где все на джипах, лексусах и тойотах, и вы почему-то, на вас сразу одевает какой-то ярлык. Вот мой посыл с этими методами старыми, волчарскими работать. Не надо вешать никого ярлыки. Слушайте квалификацию, слушайте, как люди говорят. И слушайте, что они говорят. И второй момент в контексте давления. Вот то, что сказал Давид, это правда. Частично. То, что старые депутаты, у которых много опыта, они пытаются найти среди всех депутатов, потому что новые депутаты есть не только среди нашей фракции, они пытаются найти какой-то наиболее уязвимую такую кандидатуру. И они выходят, достают где-то его из зала и уговаривают его, вы знаете, вот этот закон, вы за него сейчас не голосуете, за эту правку не голосуете, по этому закону ваших маму и бабушку всех посадят. В общем, они ходят и полноценной агитацией занимаются. С этой точки зрения, если честно, у них это очень профессионально получается. И таким образом они вносят хаос. Потому что есть один человек, и он новый, молодой, и он не знает, кому, особенно если нет юридического образования. Да, не знают, кому доверять, а они это делают так блестяще, так по-актерски, что иногда сложно устоять и не поверить. Меня это, слава богу, не касалось, да, но я слушаю, и я могу себе представить позицию других людей. Є в нас ще один телефонний дзвінок, чуємо вас, добрий вечір. Алло, добрий вечір.
Александр, я давно наблюдаю и думаю по поводу нашего транспорта в нашей прекрасной Одессе. У меня давно возникла такая идея. А что если привлечь инвестиции, пустить электричку, связать Ильичев с поселком Котовского, и чтобы она по окружной ходила, и на узловых точках в центре города делать остановки. И оттуда маршруты будут развозить людей по маршруту, кому, где, как говорится, нужно ехать. Мне кажется, что это разгрузит и город, и будет нам веселей. Я тоже хочу веселей, поэтому у меня встречный вопрос. А что вы думаете, если это будет связано не электричкой, например, а морским трамваем? Если Одесса с Черноморском будет связана морским трамваем, будут причалы, например, с Ланжерона, с центра города, с Таирова, с Аркадии, где можно будет добраться до Черноморска просто по воде. Мы же морской город. Шикарно, но я же говорю не только о связи поселка с центром города, а о масштабах всей Одессы и пригорода. Да, и в том числе такие, мне кажется, трамваи могли бы ездить между разными районами Одессы, если просто правильнее больше город связать с морем. Просто у нас очень часто сейчас город отделен от моря либо частным сектором, либо индустриальной зоной, и люди не так близко связаны с морем, как могли бы быть. Ну і це, власне, буде потребувати певних коштів додаткових. Чи готовий наш бюджет до цього? Давайте не мучити бюджет, давайте искати інвесторів, давайте делать політичну нормальну обстановку, приятный климат, потому что он во многом зависит от политики. И я, как законодатель, работаю в направлении того, чтобы у нас, в принципе, были нормы, которые позволяли нормально заниматься любому бизнесу, мелкому, среднему, большому. И пускай частный инвестор занимается этим как своим проектом. Не надо при этом нагружать бюджет. Власне, щодо бізнесу, ми знаємо, що була ціла низка законопроєктів. Так, йдеться і про велику приватизацію, певний ряд об'єктів. Серед них, власне, Укрпошта та Укрзалізниця. На вашу думку, чи є це певною можливістю модернізації такою, чи є це певним ризиком? Ваш первый вопрос. Большая приватизация. У нас в государстве очень много государственных компаний. Очень часто люди раньше шли в политику для того, чтобы иметь возможность назначать своих руководителей на эти государственные компании, для того, чтобы державные компании, для того, чтобы потом получать откаты, получать от этой компании заказы на свои предприятия и так далее. Это коррупционная составляющая. Основная. Люди за этим шли в политику. При этом такие предприятия очень часто были неприбыльные. Какой смысл? И там очень много есть предприятий, которые вообще не связаны со стратегическим направлением государства. Конечно, отдельный вопрос это касается стратегических направлений, но мы не про это. Мы про то, что в частных руках много предприятий, есть производство газет, например, какое-то, еще что-то. Огромный перечень этих предприятий, и в частных руках они будут развиваться эффективней, если им будут развиваться эффективнее и привлекать инвестиции, там будут улучшаться рабочие условия, повышаться зарплаты. Но именно это нам нужно. Потому что государство, как мы видим, является неэффективным управленцем. Это правда. И отвечая на вопрос по Укрзалізниці, речь не идет о приватизации Укрзалізниці. Речь идет о реструктуризации для того, чтобы допустить частную тягу, для того, чтобы по рейсам могли двигаться частные локомотивы и вагоны. Дякую вам. Будемо підбивати підсумки нашого інтерактиву. Я нагадаю, власне, йдеться про пріоритетний маршрут, який є таким головним для наших містян, а саме мешканців Суворівського району. Отож, яким з цих автобусних маршрутів користуєтеся частіше? Під номером 250-45% і відповідно 242-55. Я подумала, що змінилося прямо на ходу, але ж ні. Отож, ви тепер знаєте, над чим працювати, бачити ось цей зріз. Можливо, він вам допоможе. Спасибо. Дякуємо вам. Олександр Горенюк, народний депутат України, був з нами протягом останньої години. Ну, а зараз я передаю слово своїй колезі Олені Крилатовій. Вона розповість останні головні новини Одеси та Одеської області. Олена, тобі слово. Спасибо, Аня. В эфире 7 канала Новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня.